Рисунки — тема щекотливая, а обложки комиксов тем более. В 2009 году Джей Скотт Кэмпбелл нарисовал эту симпатичную обложку 601 номера Amazing Spider-Man. Мэри Джейн с кружечкой кофе провожает взглядом паучка. Простой, приятный сюжет. Но интернет уже тогда был местом разных мнений. Мэри сразу же стали перерисовывать в более реалистичные позы, а иногда и вовсе рисовать с нуля. Ее так часто исправляли, что когда Джея в очередной раз поправил художник с ником NB, тот не выдержал и разобрал все правки, пояснив каждое свое решение, даже переанализировав анатомию фигуры MJ. Скотта на удивление многие поддержали, а NB после этого с позором удалился из социалок. Исправление обложек стало мемом, в противовес коему даже зародилась шуточная инициатива «Соколиный глаз», где Клинта рисовали в женских, нарочито сексуализированных позах. 10 лет спустя Скотт Кэмпбелл и сам перерисовал свою старую обложку. Он изменил весь внешний вид мадам Уотсон и подписал главный комментарий. «Ты правда думал, что я сижу вот так?»